тебя. Принял. Сдал пост, принял. Я что-то опять соединение, опять какой-то отчет. А, вот все. Для меня дело круче. Да сегодня это. Машина не хочет запускаться. Барахли. Ну вот в стиме я сидел, когда ты отходил, у меня в инвентарь зашел значки, у меня провисло. Все правильно. Нормально вернул. Ну это уже что-то со вкусом. А вчера вот провисаний не было, когда мы сидели. Не в игре, а именно на рабочем столе там. Потому что в игре провисаний у меня не было. Так, ну что, играть нажимаем. Я уже в игре. А, все, вот и появился. Зуд Востока обнял. Или появилась, как правильно себе. Как хочешь. Не, лучше появился, наверное, блядь. Терять время, давай быстрее. Что тут у нас? Убивать ассасинов. Лохам в рэпе нет места. Кстати, говорят, ассасин, Одиссея классная часть. Там очень много фармить надо. Ну, есть классного тут немного. Это, блядь, гриндилка ёбаная, во всей стране. Ну, блядь, конечно, мир красивый прорисовали, что там Греция. Origins это Египет они делали. Как там Францию такой, знаешь, мифология тоже, как бы, блядь, полу-полу-фэнтези, блядь, такое. Про Париж, а, про Париж было вроде. Блядь, только про там Наполеон. Это Юнити. Ее, кстати, Наполеона раздавали бесплатно. Наполеона там не было. А слон хоть был? Чайный только, блядь. Да, блядь. Ладно, отставить умные шутки. Да, блядь, шутки за 300, все, хватит. Завтра еще целый день. Вы, ребята, к сожалению, слушают. Но они тихо, потому что мы под стенкой. А, ну да, плюс ты Да меня заебала эта музыка. Я, блядь, плейлист пытаюсь обновить 4 месяца. Так. Ты про какую музыку? В наушниках. Да тебе! А-а-а. Рыгач. Своими корешками, кого набрать из тех, кого считаю корешами, на всех умом. Это террор. Квест. Блять, на вскидку такой кривой пулемет. О, отсюда можно их. Давай зарежем этого Ота. Ота надо убить из пистолета. Получилось, что так. Что, все? Пистолета? Ну, кстати, по-моему, здорово. Ну, был, когда я в соло его проходил. Бля, у меня пистолета нет. А у меня есть. Все нормально. Давай я тебя разрежу. Нет, подожди. Ты это гелу любишь? Мне, наверное, пистолет пулемет. Не, нужен именно. Так. Тут мобов много надо. Просто.
Нормально так куда-то вверх. Пойдем. Ладно, пошли искать. Я твой старый лучший друг, старый лучше новых двух. В паре лучше будет. Иди сюда, я обниму. Я твой бог, поверь меня в твоей голове. Мусор, я твоя депрессия, я твоя муза. Я твоя стоны слезы. Вроде бы оно. Твоя идея, да, потому что выиграл. Раз. Значит, мы сейчас в данж пойдем. Да, мы с тобой да, перезарядка у винтовки, конечно, долгая. Что осталось? Ой, пистолет тут. Правда, пистолет говно. Катанем до 10. Позже лягу. Позже надо лечь. Конечно. Сегодня в Long Dark посижу, давно уже не игрался. Щелочные черепаши щит. Читаю целочные, блядь, черепаши щит. Нормально почитал. Кстати, модификаторы классные. Покупай. А, у меня на скорострельность. Это восстановление... Ой, это получше. Тебе нужен модификатор. Который называется кошка. Ну он может он выпадает из кого-то, я не помню из кого. Диагнозный брак, церебральный аппарат. Так, надо продать. Систем координат. Это самый оцененный, это факт, но это просто фарт. Все, это только фарт. Я достал без пистолета, из пистолета его знаю. Я достал пиздатый без зеленый капитан. Пистолет оставлю. Да, совсем Вот и десятый левел.
аппарат твой обалённый бак. Какой-то мог ходить, он вроде бы не согрелся, ладно. О, это на пятерочку. Килл. Третий глаз. Крит урон 25%. Урон ближний. Амфетамины, эстетика, лузер, виля. Тут романтика такая, что жены на кухне сгнили. Ведь этот мой нуар. Бою бойся. Может тебе пригодится. Сколько? А, ты в курсе, что у нас суббота, воскресенье, выходные будут? Да. Конечно. Не двигаться! Это вот, кстати, у нас пистолета. А, бля. Ну что, здорово. Сейчас, убью, не стреляй. Я убил. Взял пистолет. Слушайте, и убил. Тупые убийцы. Кстати, неплохой пистолет. Сексуальную бабу с синими татуировками. Хвалит. И суперспособностями. Она сирена, зовут Лилит. Считается, нет, что она померла в Новой Гавани, да. Но я уверен, что она прячется в районе убежища. Встретим. Если нападете на ее след, дайте знать, и я заплачу вам столько, что сможете отгрохать себе особняк из кучи маленьких особнячков. Так, снайперская следующего свободны. Зарезать надо. У меня есть. Вот вам! Бросаю гранату! Сдавайтесь! Перезарядишь дробовик. Так, сейчас он выйдет, по идее. Да. О, это камикадзе, ясно. Ой, бля, я сейчас умру. Нормально, нормально. За счет скилла выжил. Вон, да? Сколько критов он, блядь, вытерпел, это пиздец. А это самое начало игры на нормале, блядь. Да, только что сообразил, что она всех вас не бьет. Два выстрела с винтовки успел выстрелить. У всех сирен есть разные охренительные способности. Вы не можете, повторяю, не можете одолеть ее в бою один на один. Увидите Лилит, связывайтесь со мной. Я завою ее, а вы да, нет. Я,
клетка. Ну там ничего такого, все продастся. Потом. Это что? Он какая-то метательная, зажигательная граната. Смотрю, ну вроде хуже. Я жду на 11 левел там. Гранаты накидал и все. А я какую-то там модификацию взял на команду. Второго бил. Ух, нихера винтовка там была. Я наблюдала за сиреной Лилит и еще с открытия хранилища. Похоже, она использует элитин. Одиннадцатикратный. Нихуя себе. Это позволяет предположить, что между сиренами, элитием и убежищем существует некая связь. Я установила еще одну. Что за винтовка? Во-первых, ее весит, когда у нее вырывают пряди волос. В обмене? Что они нужны для экспериментов. А мне 59 урона. 59? Да. Давай я тебе нормально отдам. Я в магазине ее покупал. Она там поджигание у нее. Можно вместо... Это винтовка чисто под моего зеро. Плюс 100% криту. Это пиздец. Блять, я соло играл, я такой не выбивал. Охуеть можно. Так, вот тебе нормальная винтовка. Блять, перетаскивайся, ёб твою мать. Понятно. Да. Так, Руф. Руф, по-моему, последний. Или нет? А на нормальной сложности уже, когда пройдем нормал, с них сыпятся, блядь, легендарки, эпики фиолетовые. Можно будет продать байду. Щит. Хуйня, в принципе. Емкость только нормальная. Здесь патронов обойма. Думаю, и 4. Просто ваншочу всех, пиздец. Блять, их надо сейчас перепишет. Ой, бля. Без паники. Немного благодарна. Деда. Вот из деда, как из деда. Как из деда можно. Никогда не
Не двигаться! Сделано. Так, его не забывай, дробовиком нужно зарядить. Перезаряжу все. Не убьет. Ну что он там, блядь, бормочет, долбоёб. А жирный собака. Сейчас откадешится эта обилка. Он об мой щит упоролся. Так. Тебя резнуть надо же. Держись! Об щит мой упоролся, нормально. Током дало, блядь. Что-то синее. О, ой, бля, вот это дед. Это я понимаю, дед. Бери. Нормально, нормально. Это моего посмотреть. А, он по три выстрела сразу делает. Да. Он обычный. Мой-то взрывной. Я взрывной, у меня же больше бонус-то идет не от этого. Весь кабинет провонял кровью и дешевыми фломастерами, так что хорош! О, гранаты. Синяя граната, иди бери. Ты где? А, все, вижу. Да. Остальные тоже бери, продашь. Да нет. Синюю возьми, я остальные возьму. Выброси какой-нибудь говно. Пистолет. Да их можно, это хуйня, не стоит хуйни. Нету даже инвентарь не забивать. Можно продать сразу, чтобы не так, давай. Телепортируемся лучше, чтобы не писали. Ну,
через эту фигню. Ну что, готов? Опа. Так, там иридия этого. Мало, по-моему, 3 штуки. Так, а, кстати, где его смотреть? А, вижу, 5. А, 5? Ну да, можно что-то взять. Я уже помню, где, вот. Кто тебе про меня рассказал? Я его убью. Не рюкзак, а, ну, 800. Для гранат, она тоже ж удваивается. Второй раз я уже... Я не буду пока ничего. Угу. Надо гранаты, блядь. Давай еще побольше. Короткий данж. Потому что мы вдвоем быстро всех зарезали. Соло от тех жирных мобов, блядь, тяжело убивать. Тебе нужны наличные, а мне нужна. Знаешь, что может проделать пулевое отверстие, кроме пули? Потому что я хрен знаю. Я видел пару необычных ран, полученных в трех рогах. Дуй туда и выясни, какое оружие их наносит. Им пользуется мой старый соперник доктор Милосерд. Пусть его имя тебя не обманывает. В отличие от меня, он больше любит наносить раны, чем залатывать их. И в отличие от меня, у него есть лицензия врача. Есть курьер не с пулеметом, а с ракетами. Другое дело. Мысли, блядь. Надо точно еще нацелить. Так, это у нас где? Ага, у нас. Лузер! Вот, это я перепутал. Сразу куда мы пошли, это же тоже ясно. Милосердно, бля. Доктор. А, мы ж мы боб зачистим, заебись вообще. Это не тронет там сверху. Да, он сейчас выйдет. Дойдем, пойдем. Ну,
сегодня в моей группе. Кто первый встал? Того! Ты пусть! Мама, пидорас. Молодой лейтенант. Пиздец, чуть не убил. Блядь, пидорас. И да, все. Глупец. Тикаем, тикаем, тикаем. Живой пока. Нормально. Да, я тоже. Ну, нормально. У него там на нулях осталось. Просто близко подошел, перезарядка была. О, 11 левел, граната новая, ну-ка. Ой, чуть за пушку дали. С этого ствола надо убивать, слышишь? Поставь ствол. Да, кстати, вот теперь я уже дальше пока не знаю, что. Захват, я буду захват этот еще. Дополнительно тут. Гранату ж не поставь. Блять, как нам, где больница искать? Стоянил. Блять. Сука, целый день чихаю, ебаный. Птерораптер, блять. Тут же их не будет, наверное, бандитов. Ну они как бы. Не хочу пока. Я же говорю, я пришел, поел. Какую? А, доставай. Я там все помыл. А, по-моему, самый большой задний там. Не хотят они спавниться, не быть хуёво. Что это делать, подожди. Ну пойдем искать, хуй с ним.
А, вот же ж они здесь. А, мы ж, блядь, и тут зачистили, ёбаный. Так же ж не может быть, что били и больше их не будет. А вот, 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 есть. Всех этих мальчишек не убил. Троны закончились. Пять закончили, да ну нафиг. Сейчас сам закончусь, блядь. Надо где-то найти. Надо принять. А, один патрон тоже, кстати. У меня блядь, ноль. Это... Знаешь что? Нет. Я знаю, что пошли. Давай зайдем сюда. Лучше магаз есть, сейчас купим. Так, это пистолет-пулемет, по-моему. Нет, это винтовка, винтовка, винтовочный патрон. Все. А, ну подожди, убили. Надо же. После перезарядки. Да, хватит. Нам 4 зарядки. Так, и что? Такая себе пушка, если честно. Много надо патронов. Да, чё на? Не, ну это ж чисто для квеста надо. Вроде. Так, как... Ладно, давай. Сюда. Тебе недалеко было. Это как ехать на машине в магазин, да? 50 метров, блин. Да. Езжу в магаз. Далеко. Да, тут минута.
Пересаживайся. Съебал нахуй. Пересядь, пожалуйста. Не, просто тут есть ускорение, но что это? Типа Z. Угу. Так глянь в этом. Может, на альт какой-нибудь. Нет, все, у меня почек. Похуй. Код запуска ракет. Дать эту пушечку. Кстати, хороший дали пистолет. Огненная атака. А, фиолетовый? Да. Плюс прицел. Не знаю, что и менять. Она тут так и не проверила этого огня. Погнали за ястребом. Пока туда доберемся, то, наверное, уже здесь. Надо сдавать спать. Там сохранимся. Завтра уже будем там, вот этот квест, это уже сюжетка. Она долгий, блядь, по-моему. Max, grab everything you can and head inside. Me and Percy will unpack the van. All right, Grandpa. Percy, tonight I want you to clear the perimeter for me, okay? Affirmative. Медленно, блядь. Ой, блядь. Хотят эти самые. А, вон оно как, блядь. Это вот такая граната. Прикольно. Да, ну, блядь. Ну, прикольно, но... Мало она наносит взрывная толпа. Ну да. Которая, блядь, с фейерверком валит. Повеселее будет. Тихо!
там ругаются еще уроды. Бля! Блюет как. Этот пистолет проверил. Блять, сука, заебал с своим минутом. Не, говно как будет. Что, мы, получается, ко входу подошли? Не, ну это как бы чисто выход на другую локацию. Да я стрелял, по-моему, еще дохуя пиздец. Может, и нет, я уже не помню. Блять, деньга, берись. Лет мороженое. Ну. No. Что это, блядь, за толка какая-то? Сверло. Или на место? Да? На звук иди. Уверен, я скоро вновь тебя увижу. Добро пожаловать в портативную клинику доктора Зена. Чем я могу помочь? Слышай. Отвали, искатель. Это дело касается только кровомесов и огненного ястреба. Как только мои парни приволокут его ко мне, он заплатит за каждого убитого кровомеса. Подставлю его на его собственных кишках. Бросаю продукт. Надо было расписывать. Да, наверху уже поменьше. Граната пошла! А, тут муравьи, блядь, кажется. Ну. Так они друг с другом тут ебенятся, что ли? Греть у него хп. Yeah.
Кстати, вот когда беру в захват, урон больше еще по нему. Вот это прокачиваю. На боссов каких-то хорошо. Да, если соло босс будет здоровый, то у меня сильно помогает. Что... Типа вот таких мобов тоже. Короче, я так понял, не туда мы идем. Пошли назад. Что я не смотрю. Ждать. Это просто локация не маленькая, потом мы все равно сюда придем. Поэтому... Хорошо, квеста туда нету. Просто карта, когда в тумане войны, то, блядь, на большой локации. Хуй его знает, куда идти. Так квест на 7 метров, хуй его выходит. Плавнись туда. Ага. Как он умирал и уже сказать успел. Класс, мы все сухо. Он и на захват не берется. Да, сопротивление у него какое-то. Yeah.
жирные вот эти мобы вообще. Только криты в голову. А где этот лут? Ты все там собрался? Нет, вон там. Там ничего такого. Все на продажу. Не вижу. А, тут патроны остались. Продаж нормальные ценники. Голиаф все-таки перережет. Гляну что. Че там? Захват не работает. Типа здоровый слишком. Оу. Все на продажу. Мы обязаны отдавать ему должное.
мы обязаны бояться огненного ястреба, славить его и поклоняться ему. Ирка выпала. Квест, блядь. Позволь мне кое-что объяснить. Если тебе даже удастся спасти Роланда от этого огненного ястреба, алые налетчики все равно этих знаков не протянут. Нету контрольной точки. Знаешь что? Пожалуй, я немного помогу тебе с разгадкой моего маленького секрета. Все бойцы сопротивления погибнут, а я... С этими тараканами. Я буду смеяться. Долго смеяться. Тараканов зарежем. Муравей, паук, рыцарь. Так он муравей, паук или рыцарь, блядь? Поймёт. Он не определился пока. Слон или Наполеон, говорит? Я не определился. Поём. Поём мы тут, блядь... Полкарты взорвём. Да вдвоём тут как бы... Нихуя не на норме, блядь, надо играть. Изично. Мы на нормале играем, что ли? А ну тут же ж... говорил от уровня. Ну тут от уровня, да, но... прохождение, которое идет после первого прохождения, там начинается жизнь. Ты туда прокачанный попадаешь, понимаешь? С крутыми стволами. И там, соответственно, уже очень-очень злые моды. Ну и босс, соответственно. Ну, соответственно, лут. Короче, это надо пройти сначала, да? Короче, ну, скорее всего, да. Ну, надо будет еще погуглить. Ну, вообще, первое прохождение это норма. У тебя первое прохождение, я сомневаюсь, что типа... Я первый раз вообще Borderlands. Ну, я поэтому сомневаюсь, что тебя типа закинет не на норму, даже вместе со мной. Потому что это была бы непроходимая жизнь для тебя, непрокачанная. Понял, это типа вот это вот, как ты говоришь, сложность, что-то наподобие DS-ки. То есть, третий дуэль. То есть, смотри, у меня, если я проходил игру, прокачанный перс. И возьму тебя, да, не прокачанного. Да, да, такой. Система. Блин. Блюет, блин.
знаешь что, мы сейчас давай зарежем на этот сек, и по-моему мы в данж пойдем. По-моему, да. Наверное, тогда зачистим. Пойдем туда. Прям туда поднимемся. Это способность читерная какая-то. Захват. Не горестно смотреть на этот гадский цирк. Не жаль тебя, мой слушатель. Это очень комфортно. Религия убила веру большинства. Не горестно лицезреть в людях чувства, что делаешь из одного на двое, где наша смелость перемешку с обрежуйством. На Аму все-таки, наверное, не то. Я верю, когда-нибудь. Одному, знаешь, тут чисто поймем, пробежать сюжет. Сплоченности мне говорят, все хорошо. Но я не верю, я верю в нас, в тебя. Такие новости. Второе что-то. Да, были такие уже. Самое. Чисто продажа там что-то. Блять, где? А, вон. Вверху. Все, дурак, всех зарежет. Голиафу башку отстреливаешь, короче, и он становится берсерку рубается. Начинает всех просто вылазить туда. Смотри, что же это делает. Что, по-моему, душу пришел? Пошел нахуй. Он один остался. Пошел нахуй. А вот так достанешь мне чмо? Считаю, что наш дом правда будет для нас. Это станет огневом для мыслей. А мысли станут пылью через собой. Я верю, каждый получает. А как это он меня под ультой уебал? Если я не видим, блядь. Мально, ящик упал. Ну, текстура что, не открывается, да? Нет, во-во-во, было-было. Сепаратист не коммунист, блядь. Душегуб, он, да. Реструктурирующий, блядь. Реструктуризация, синхрофазотрон, блядь. Точно, да. Один. Раньше, чем слова, достаточно.
Достоевского поведали всем квинтэссенцию русской идеи. Уши, рот, глаза мои давно пытаются заклеить, чтоб не уберег я то, что уничтожаю с блеском. Меня хлестали дубинкой, пугали лагерями. Я и сам давно поверил в тщетность бытия себя же. Я забыл язык, забыл свой дом, самосознание даже. Я иду в те времена, когда умирал, нечем бежать его. Днем вылазит. Подгорает. Слышишь? Я это принял, мне сказали, тебя нет, и я поверил. Да, я был запуган и наивен, и вот как причина... Том Райдер, что ли, лишь так? ...умерла, оставив кости и череп, мне лгали о событиях, всю я интерпретацию, меня же самого, чтоб я безграмотно уверовал, что нет меня там, и даже нет моей... Контрольная была? Но я уверовал, что не все потеряно. А, вон магазин. В мире, где мало чудес. Духовный голос, он так же стар, как молот. О, повышение командного критического урона. Это так приятно. Только сюда иди. Мне встречался покупатель, он сказал мне ясно. Я куплю твой дом, сожгу его ради пепелища. Я куплю твоих сторонников и обращу бездравственный. Куплю и подменю все, что для тебя привычно. Мой дом продали ему с тех пор я странник. Тащу поклажу старых книг, ржавую дух стволку. Ты современник перемены, хули в этом толку. Вспомни, кто ты ради нашего самосознания. Третье оружие, не знаю. Что оружие, не знаешь? Третье. Я выбираю между... Пистолет этот. 7 патронов и то поджигной. И он по 2 сразу. На, попробуй, подожди. Ну, без стихий, но такой прикольный прицел, хороший. А, у тебя ж криты-то, блядь, не такие адовые, как у меня. Я прокачиваю. У меня 54. Не вот. Да лучше, чем, блядь, продать хорошо это все. Классик улиц не фальшивит, она выше классом. Мой стиль шатался, ошибался, выживал и крепнул. Забил на бэк, чтоб показать. Сейчас квест пройдем, блядь. Что-то я думал, ну короче, я понял, прикольно. Погнали. Сейчас познакомишься со своей братухой. Точнее, сеструхой. Сейчас, но через две недели, пока ты черный гелик. Тут жираф. Мой выбор встретить на крыше Сансе. Чтоб злые мысли вышли на совсем. Честный звук льется по тоже сирена елит. Утром кто-то не вернется назад. Привет. Обратно стой за рафан. Покажи раны, что смог золото. Честный звук льется по проводам. Привет. Утром кто-то не вернется назад. Дай поспать, вы. Обратно стой за рафан. Покажи раны, что смог золото. Блока, блядь.
летел, слухали сны пожары. И печально, когда беда вычисляет твой адрес. Весь спальный на уши в скабру не стало легенды. Покойся с миром, старик, лови, где бы ты не был. Салют, я напою твои строки потом. Водки выпей, ёпта. Принять, говорит. Слегка пожеванный склеенный лак. Протертый местами, как мой трубу на пятках. Зигзагом судьба, удачи, провалы, так надо. Да я себе забыл. Да. Не хватало там до 8. Спасибо. Вы поешь. Спасибо. Руками размахивает. Здесь его нет. Блес. Похоже, они страшно этим гордятся. Из револьвера тебе. Хера себе напортировать. Она сама всех убила. Я мой. Ты что, босс какой-то был? Вот. Он. Хватит. Это мини-босс. Угу. Просто сильно замолвил. Ну ясно. Отлично. Скорбил. Но теперь я тебя сожру. Что? Иди ко мне. Удовольствие в боли. Мини патруны, это еще не конец. I was talking to fans and one of them pulled me aside and said we never met, but I swear that you know who I am. I've been through a lot. I don't know how to express it to people. Don't think that I can, but I got that mental CD on rotation that's real for me now. Ой, бля. Так, гранаты, наверное, мочка. Очень близко. Тут лучше не бросать. Что? Да. Я был раньше. Ты работай завтра. А ты заснимешь? Так, завтра что? Завтра у нас четверг. Не, я понял, я понял. Я знаю, когда четверг, а когда пятница. Ну это потому что ты еще не алкашка, я останавливаюсь. Да ну, о, нам еще столько всего пройти надо. Тем более. Я, блядь, не могу заставить себя запихнуть. Иди, блядь, я тебя понимаю. Так.
Вай, а, черная волна, заебала, блядь. Что за квест? О, блин, я скилл не прокачу. Ладно, пойдем. Ну, а, ну она тут колдует еще, да? Колдунство какое-то фиолетовое. Точно. А? А инквизиция нам нравится. Сжечь ведьму. От зарядки для чего? Телефона, что ли? О, шанс стихийного урона надо. А я вижу, что в порядке в городе. Но сначала телепортирую тебя в себя. Рональдо спасать. Рональдо. Рональдо стал алкашом, его взяли на работу в Батэ. Мне надо спасти сначала. Как наши раши, одноногий бразилец, Абилардо. Ебалдо, блядь. Ну я понял, что не одну, там несколько. Все, в общем, заканчиваем. Я сейчас...